Сегодня работники культуры отмечают свой профессиональный праздник. В этой сфере в Бурятии трудится более 4000 человек в 18 государственных учреждениях. В эти мартовские дни в нашей республике проходит 5-й международный музыкальный конкурс «Найдал-2022», а театры и филармония уже начали выезжать в районы с гастролями в рамках плана мероприятий, посвященных празднованию столетия республики. Я поздравляю всех, кто причастен к нашей прекрасной отрасли, культуре и искусству. Поздравляю всех педагогов детских школ искусств, поздравляю всех библиотекарей, поздравляю всех, кто работает в музеях, поздравляю всех, кто работает в колледжах, в институте культуры, в наших театрах, в цирке, и поздравляю все творческие союзы, и союз композиторов, и союз писателей, и союз художников, союз кинематографистов. Также, по данным Министерства культуры России, Бурятия – один из лидеров программы «Пушкинская карта». Наша республика занимает 21 место среди 85 регионов страны и первое по ДФО по объему продаж.